Спешили помочь ребенку, участнику аварии, и сами сбили женщину. Резонансное ДТП произошло сегодня утром в областном центре. Автомобиль скорой ехал в больницу. В салоне находилась 7-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. Она пострадала в результате крупной аварии на Култукском тракте. Водитель грузового автомобиля выехал на встречку. Травмы получили 5 человек, в том числе 2 детей. Девочку, которая требовала срочная помощь, на спецавтомобиле со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками повезли в Иркутск. На въезде в город на Зебре скорая сбила женщину. Фельдшер остался на месте оказывать помощь, а спецмашина продолжила движение. Позже пострадавшую также госпитализировали. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Напомним, согласно правилам, пешеходы обязаны воздержаться от пересечения проезжей части при приближении машины со спецсигналами. Однако и водители экстренных служб должны убедиться, что им уступают дорогу.